И вот касаемо наших новых факультетов. Факультет лингвистики. Значит, все факультеты будут состоять из 5 лекций основных. Я их сделала такие не особо мощные, но лекции достаточно будут, наверное, большие по времени, я точно не могу сказать, ну, не более 2,5 часов, но некоторые лекции очень объемные, информативные. Так что пусть лекция меньше, но объем там будет сжатый и очень массивный. Вам придется по этому объему много заниматься. Значит, что мы с вами будем рассматривать по лингвистике? Ну, первая у нас лекция – это базовые знания основные про фокус внимания. Там я вам скажу про основу видения знаков Вселенной и понимания, как устроен механизм. Потому что про знаки Вселенной я немного рассказывала алхимикам, у нас там была лекция, посвящена этому. Здесь я буду рассказывать вам не понимание знаков Вселенной, а как работает сам механизм человеческого сознания и психики по восприятию знаков Вселенной. То есть мы будем с вами смотреть с точки зрения понимания языка. То есть это лингвистика, да? В лингвистике обычно изучают правила писания, там, как пишется, как обозначается. Вот здесь мы с вами будем правила того, как вселенский язык подается, изучать более подробно, то есть немножко по другим углом. Вторая лекция у нас посвящена языкам снов, сновидцы, сновидения, трактовка языка снов, понимание сна. Единственный момент, там некоторые лекции я могу местами поменять, вы не переживайте, если они поменены местами. Но вот идет пока у нас сновидцы, язык снов. Я вам рассказывала про то, что трактовкой снов каждый человек должен заниматься сам, но на самом деле там целая закономерность, как этот язык необходимо понимать. И он сильно отличается от нашего физического языка, логического. Есть свои определенные законы, по которым каждый из вас научится трактовать свои собственные сны. Ну и на базовом примерном уровне трактовать сны другого человека, хотя, конечно, этот язык, наверное, не переводится. Надо хорошо знать очень другого человека или обладать псионическими данными, залезать ему в голову для того, чтобы трактовать его сны более корректно. Значит, следующая лекция у нас посвящена телепатическому общению, а вселенский разговорный язык. То есть общение с различными инопланетянами, внеземными существами, формами жизни, магическими существами и так далее. Хотя магические существа нашей планеты не общаются на нам понятном языке, но вот космические существа и инопланетные, они общаются, как правило, совершенно на разных языках, и понимание там достигается с трудом. Значит, я вас буду учить переводческой деятельности, чтобы вы были космическим лингвистом, специалистом в области переводов и понимали, каким образом происходит общение во всей Вселенной на одном едином языке. Соответственно, это общение может происходить и на одном едином языке с иностранцами, с людьми из других культур, с других планет, с других стран. И это помогает развитию определенных магических способностей, которые у людей развиты не только в общении, но и в взаимодействии с энергиями, скажем, иностранных полей каких-то или инопланетных, когда нужно включать поля, социальные поля, эгрегориальные поля, те, кто работает с эгрегором, те, кто работает со структурным мышлением. Им вот эти навыки обязательны для того, чтобы они могли выстраивать матрицы, создавать какие-то магические конструкции, выстраивать линии реальности и ветки реализации желаемого, потому что мы все равно ветки реализации желаемого выстраиваем, соответственно, воле других людей. Для этого нам нужно вступать с ними в контакт и обозначать. И если люди сильно вас не понимают, а тем более инопланетяне, с которыми вы хотите ветку реальности выстроить, то там приходится добиваться этого понимания очень тяжело. И здесь вот телепатия вам необходима, лингвистика основная телепатическая вам необходима для того, чтобы вы просто даже могли магичить и выполнять какие-то крупномасштабные магические действия, предназначенные на группы, на огромные объемы живых существ, ну, грубо говоря, их энергии. Вот в таком контексте эта магия тоже применима. Значит, следующая наша лекция посвящена языку символов, магическому писанию. Как раз-таки то, про что я обещала, я вас буду учить писать знаки, магическую символику, причем вас обучу разным каналам, как вы можете подключаться к каналам, выбирать каналы магические для знакописания, потому что они бывают разные, это не один канал, их можно выбирать и также обозначать. Маги знакописания бывают разные, в зависимости от этого
работает та или иная сила через ваши знаки, которые вы пишете. То есть я вас буду письменности тоже учить лингвистически. Да, помимо разговорного языка, мы еще и письменный язык должны с вами знать, поэтому вы сможете общаться с разными инопланетными существами, писать на их языке, разговаривать. Возможно, они вас тоже научат лингвистическим данным разговора на своем языке. То есть это будет очень интересно. Вы будете специалистами-лингвистами космического уровня, которые могут заниматься трактовками знаков Вселенной, трактовки пространства снов, общаться с различными существами через сны, получать информацию, корректно воспринимать окружающий мир. Ну, последняя лекция, пятая, у нас будет везде одинаковая. Это вопросы-ответы. Значит, мы будем с вами просматривать сложные моменты, которые вы не поняли, плюс домашние задания, которые буду я вам задавать. Мы будем просматривать по результатам этого домашнего задания, какие у вас темы не проработаны, какие темы вами не поняты и какие у вас вопросы возникли в связи с нашей теоретической работой. Вернее, теоретической с моей стороны, с вашей стороны практической. Вот то, как вы выполнили, то, как вы погрузились в информацию, насколько вы ее поняли. Значит, каждый факультет, еще раз повторюсь, 5 лекций, но достаточно емко. Все равно информации будет очень много, сразу могу сказать, домашнее задание много, и больше этот курс рассчитан на обучение дополнительное, практическое, самостоятельное, потому что я буду давать много заданий, я буду много объяснять информацию, вы не сразу это воспримите, и по большому счету лингвистика – это вопрос практики. Да, как вы знаете, языки везде надо практиковать. С языками надо заниматься для того, чтобы хорошо на них разговаривать. Мало их просто выучить. Должна постоянно практика быть. Ну, возможно, в будущем я буду создавать практические задания. Если будете ездить с нами в поездки, там мы будем тренировки создавать языковые, лингвистические. Плюс было бы неплохо, если бы вы помогали другим факультетам в своих знаниях. То есть не рассказывали им свои знания, а, скажем, допустим, помогали им в переводе. Посмотрим, каким образом мы придумаем. Но, скорее всего, мы вас как-нибудь соединим по факультетам, и у нас будет параллельно вам космоправы идти как раз то, что нужно, и лингвистика. Лингвистика для космоправщиков очень нужна, потому что они ведут переговоры там с различными инопланетянами, законодательную базу читают, и им очень важно понимать их языки, их культуру. Это вот такой второй момент. Консулы, знаете, такие консулы, которые уже изучают культуру, языковедение, и когда они переговоры ведут с инопланетной цивилизацией, они уже более так вживляются в понимание, в особенности, разговор уже у них, иногда даже на их языке говорят. Я вот с одними инопланетянами, которые общаюсь, они меня периодически учили своему языку, мне очень нравится. И я вот, когда им что-то говорю, я им периодически какие-нибудь там их цитаты, их там какие-то поговорки говорю на их языке, произношу, там сразу, конечно, отдача другая, особенно в политических беседах, когда там надо какие-то отношения выяснять политического характера, там, когда подчеркиваешь им на их языке, говорят, как у вас там говорится, да, как это на русском языке пословица, да, клин клином вышибают, да, так, это потом уже смеялись, они также потом некоторые мои фразы цитируют, которые я там трактовку давала, говорят, как у вас там фраза на земле, говорит, говорится, да, клин клином, говорит, вышибаются. Ну вот, собственно, очень интересные такие переговоры, когда ведутся понимания больше, культурологию можно инопланетян изучить, понимание, как с ним следует общаться, как не следует, особенно если вы где-то в обществе, каких-то крупных политических переговоров, там неприлично себя тупо вести, а из-за непонимания культуры очень часто тупят, и вот приходится там его обучаться. Я вот общаюсь тоже с некоторыми инопланетянами, там высокого разряда, обучалась их культуре и поведению в обществе, чтобы понимать, как мне себя нужно вести, потому что наши землянские привычки не везде прилично воспринимаются. А иногда очень воспринимаются хамские, агрессивно, и приходилось там обучаться, как надо разговаривать, как ты должен отвечать, ну, на базовой форме. Поэтому было бы неплохо, если бы вы нашим космоправщикам помогали, тренировались вместе. Значит, космоправщики бы тренировались в своем направлении, а вы в своем. То есть они там законодательную базу смотрели, как там что-то говорится, а вы на языковой форме смотрели, где там эти инопланетяне врут, допустим, не врут, где там можно выяснить что-то в другой беседе, там душевненько поговорить и личное мнение узнать там и так далее. То есть, понимаете, есть такое человеческое общение, а есть протокольное общение по протоколу. То есть космоправщиков я учу по протоколу общаться, а вы можете вне протокола уже узнать более такие человеческие моменты, общаясь ближе. Поэтому мы позже подумаем, но, скорее всего, устроим какие-то перекрестные тренировки между факультетами, чтобы вы совместно могли тренироваться, совместно могли обучаться.